закон о смягчении наказания по экономическим преступлениям. Ходили слухи, что, возможно, власть изменит уголовный кодекс, чтобы преступления, которые нанесли Тимошенко, не каралось. Это бы позволило завершить дело без международного скандала. Но сегодня законопроект появился на сайте парламента, и из текста следует, что эксперты реформ не коснется. Так что Юлии Тимошенко, очевидно, остается на принципе, но неожиданный приговор судьи Киева.